Меня зовут Сергей, и Бог совершил столько невозможных вещей в моей жизни, столько жизни, любви, благости, милости проявил, что не хватит, наверное, дня, ночи перечислять, какой он удивительный, какой он сверхъестественный, и как он помогает в самую трудную минуту. И поэтому этим утром я просто хочу пожелать вам, чтобы вы сегодня заново пережили его близость, его вдохновение, его благость, чтобы подумали о нем еще больше, чем обычно, и смогли своим сегодняшним днем повлиять на кого-то, потому что он повлиял на нас. И чтобы этот день у вас удался, начните его с молитвы. Продолжайте целый день думать о том, что его будет радовать в вашем дне. Ваши поступки, ваши дела, ваши мысли, ваши желания, ваше наполнение. И если это Богу будет угодно, и вы ему сможете не то что угодить, но вот расположить его сердце, вы знаете, вся та книга, Библия, она может ожить исполнением его божественных, удивительных обетований в вашей жизни. И вы станете самым радостным, самым счастливым, самым благословенным человеком на земле, потому что вы переживете еще и еще близость великого небесного Отца Иисуса Христа и благодать Святого Духа. С Богом! Mm-hmm.